отпускать бороду. Но так как борода у него еще не выросла, он сейчас будет расчесываться. Кстати, зубья очень большие, а вообще-то с помощью этого инструмента в прошлом сезоне я собирал ягоды, ефеми, черно, ну вы меня разумеете. Так что, по всей видимости, эта расческа позволит не только привести свою голову в порядок, а заодно и по мазкам бриться. Я очень благодарен тем, кто это смотрит, а особенно тем, кто не смотрит. Спасибо. Добрый вечер. В данный момент времени с помощью уровня Леонардо Йонович идет, видно, будет производить подбривание своих усов. Вообще-то я буду отпускать бороду, для чего готовлюсь стать Дедом Морозом. Но самое главное, это то, что можно расчесать волосы. Волосы, кстати, у меня мягкие, нежные. Кстати, шикарное заведение. Те, кто жители города Мукачево, не только вспомнят, а еще и поймут. Ну, это совсем другая история. А это мой помазок. Пидроватый вуз, такие инструменты. Пауза нажимаем. Есть? Сейчас будет дубль 3. В данный момент времени с помощью этого инструмента я буду подрезать волосики в ухе или в носу. Нет, я лучше расчешу свои волосы. Волосы у меня длинные. А самое главное, Леонардо Йонович отпускает бороду. Поэтому пока она еще не выросла, у меня есть возможность не только погладить, а воспользоваться этим интересным помазком. Он, кстати, из натуральной шерсти. И для того, чтобы не было запаха, я использую вот эти дирол таблетки.